Я на странности рядом с тобой падки. И с тобою напиться не можем одной. Почему у нас губы с тобой жаркие, а вот нос у меня, как и твой, ледяной? Яна Савицкая пишет стихи с 12 лет. В этом году 15-летняя школьница из Бирска на фестивале поэзии «Мяуфест» – самый юный участник. Этот молодежный фестиваль проходит в Уфе уже 6-й год подряд. Виртуальное жюри, состоящее из писателей, музыкантов, режиссеров и журналистов из разных российских городов, оценили 50 участников. В очный тур прошли около 20 поэтов. Я жду от молодых, что сегодня они меня порадуют своим чтением, своим выступлением, своим антуражем. И очень сильно надеюсь, что мы откроем новые какие-то имена. Не волнуюсь, я больше ожидаю здесь увидеть каких-то новых для себя людей, которые будут читать хорошие стихи. Тебе запинаясь читает Есенина, цветочки дарят мертвыми пачками. И может быть, мучаясь от безделья, бумагу словами пачкают. Слова, признание, красиво. Я пишу, потому что мне надо как-то выразить то, что есть у меня внутри, в моей душе. Почему я пишу? Потому что я не могу не писать. Я пытался, не получилось. Главная моя любимая тема – это осень. Она меня всегда вдохновляет. Но в последнее время я начала писать о любви. Я не знаю почему, хотя никогда не думала, не спешила на этом специализироваться. Ну, что-нибудь такое абстрактное, воздушное. Лучшее отражение понятия поэзии – это фраза, что… Поэзия – это уникальное выражение, уникальная эмоция. Это больше все-таки искусство изобразительного характера. Набей Шекспира себе на спину, потом британский шлифуй акцент. Среди бездушной тупой скотины ты сам, конечно, интеллигент, и весь твой вид говорит об этом. Ты всех их выше, куда ни глянь. В Мяуфесте я принимаю участие в третий раз, и до этого один раз выходила во внеконкурс. Мне всегда было интересно ознакомиться с поэтами Уфы, посмотреть, что люди пишут, о чем они пишут. Я о своем творчестве, в принципе, очень низкого мнения, потому что мне кажется, в тот момент, когда человек говорит, ой, мне так нравятся все мои тексты, он обречен сразу, потому что расти он, естественно, перестанет. Минное поле закрыто, собаки, цепи. Видимо, время поплакать, чтоб он заметил. В новое море закидывать новые сети. До сих пор все обладатели гран-при Мяуфеста приживались в нашей городской литературе очень неплохо. То есть получали возможность для печати, для публикации. Мяуфест – это та стартовая площадка, да, разбег с которой дает возможность взлететь, хотя кошки редко летают. Гран-при по итогам фестиваля получила Анастасия Буянкина. Лауреатами фестиваля также стали Павел Авдеев, Алина Казакова, Светлана Иванова и Камиль Гремело. Алина Гребешкова, городской телеканал ЮТВ.